Я сейчас в поликлинике, в стоматологической. Что, Алина, Саша, вот они должны чуть попозже подъехать. Пойдем мы к ортодонту. Так что скоро у Алины будут брекеты. Кто-то спрашивал, когда же Алине стоят брекеты. Вот. Сегодня у нас такой решающий день. Жду. Слава богу, в очереди никого нет. Мы самые первые люди. И снова здравствуйте. У нас сегодня суббота. Вот, и мы собрались на дачу, на шашлык. Очень-очень давно у нас уже лежит замаринованное мясо в морозилке. Целая такая глыба большая. Разморозили его вчера. Положили вечером на разморозку, сегодня разморозилось. Вот, перехожу тут, перелазю, вернее. А Саша еще замариновал курицу до кучи. Короче, у нас мяса полно, наверное, на целую неделю хватит. Вот, идем. Угли уже готовы. Папа у нас уже давно на даче. Саша уже когда отвозил мясо, он говорит, там угли уже прям вот в полном разгаре. Я вижу, вижу, вижу. Привет. Всем привет, да. Алина у нас на тренировке, а мы идем на шашлык, вот так. Не знаю, она после тренировки может быть и дойдет до дачи, но, наверное, вряд ли. Чё говоришь? Все здорово, все замечательно, осенняя, субботняя шашлычная погода. Опа, на. Привет. Ты мой засранец. Пошли в обход, потому что у нас там болото опять. Дожди были очень сильные. Как бы не наступить тут на какашки. Я так думаю, что, наверное, у нас закрытие шашлычного сезона, да, сегодня? Почему это закрытие? Ну, наверное, осенью больше мы не придем на дачу. На земле будет жаркий. Жаркий ноябрь? Да. Это что-то новенькое. Бразилет лет номер 4. Ну, смотрите, видите, тут болото у нас. Весной, наверное, такого не было. Заболоченное все. Оп, аккуратней. И, наверное, своей больной ногой. Вернее, не больной, а которая была больной. Люди вон ходят все равно по лужам. Вернее, не люди, это подростки. Им море по колено. Им лужи по колено. Я сегодня вот одела шапку, одела пуховичок свой, одела трикошки, достала свои кроссовки высокие от Adidas. Потому что уже прохладненько так, знаете ли. Сейчас посмотрела на градусник. Было практически плюс 10. 7 градусов, да. Вот мне Саша подсказывает, как в холодильнике. Точно. Но так как еще земля не остыло, все равно эти 7 градусов чувствуются не как 7, например, весной, если было бы 7 градусов. И сейчас. Более комфортнее, конечно. Вот, сейчас я вам покажу наш лесочек, который возле дачи. Вот, видите, все уже. Листья все опали. Все серое, унылое. Ладно. Рука устала у меня держать телефон. Тяжелый он такой. Ладно, дальше встретимся там, когда шашлык будем жарить. Все, всем пока. Кстати говоря, я вам еще, наверное, не показывала.
сделали вот такой забор вдоль дачного участка. Сначала хотели бордового цвета, потом все-таки решили зеленый, потому что все-таки здесь, ну, такая вот лесополоса, и бордовый будет чересчур, наверное, ярко. Вот у нас вон там, видите, где вот машина стоит, там бордовый, и смотрится, конечно, не очень. Вот зеленый цвет, раз такой травяной, очень даже неплохо. Вот, сейчас закроем калитку. Будем за высоким забором. Стороной серого цвета. Вот так вот. О, дедушка тут порядок у нас навел. Молодец. Помните, здесь вот у нас был такое все. Все уже делал порядок. Молодец. Че, Наполеон? Привет! Здрасте всем! Ух ты, какая капуста тут! Вот это капуста, капуста! У дедушки с бабушкой тут вот какой порядок, посмотрите. Молодцы. Я говорю, наверное, у нас это закрытие шашлычного сезона. Да. Осень, затем же зимой будет. Саша сказал, еще будет жаркий ноябрь. Ноябрь будет. Жаркий вот тут есть. Да. Вот насколько угольков. Я вот посмотрела, с 1 ноября уже там пошли одни минусы. Даже минус 6 я видела какой-то день, в начале 1 ноября. Да, я поэтому все тыквы занесла. Ага. Все чистенько, так аккуратненько, молодцы, говорю. Мы стараемся. Да. Песок вон еще папа насыпал. Там тоже, я смотрю, этот участок, так это все. Там лужи стояли, грязь. Сейчас песок, вон за зиму она утрамбуется, как асфальт будет. Не знаю, что зимой будет топтать их. Да утрамбуется. Просто да, каким-то он корбом накрыт. Саша начал жарить шашлык у нас. Угу. Ассорти. С левой стороны он мяско, с этой стороны курочка. А тебе надо там, вот не снизу, не срезал, ничего не вижу. Нормально, не высох? Не знаю. Ну так-то вроде нет. Сейчас будем пробу снимать. Шашлыка, который у нас в морозилке лежал сколько? Наверное, больше месяца, да? 4 года. 4 года. 4 года лежал, Саш. Вечно шутит. С 1 сентября, да, кстати говоря. У нас сегодня конец октября уже. 1,5 месяца. Дожди были, погоды не было. Дай-ка мне вот эту вот шкварочку. Надо, держи сама. Ну, блин, что, бегаем? Территорию осматриваем. Все, проходите в беседку и готовь. Все, идем. Все готово. Все у нас готово. Сейчас будем садиться. Вкушать шашлык. Огурчики. Ну, огурчики это уже... Магазинные. Перчик вот еще до сих пор посередине, как обычно. Ставь шашлык. Так. Зелень у нас тут. Хлебушек. Ну, что да. Хочешь. Что есть. Ева. Вот этот вот, как он называется? Ну, вы поняли, наверное, да, кто вот на юге был? Ну, вот такая штука. Южная. Да. Кетчуп. Ну все, ладно, давайте. Всем приятного аппетита. Да. Садимся за стол. Спасибо. А что? Там сядешь? Пап, день рождения, когда у меня же был, мы же сидели, я же видео выложила, там, короче, эти, один или, я не знаю, кто там написал, типа, у дедушки-то зубов нету, чем ему жевать, вот там сидят. А какая радушная хозяйка пригласила, купила этот пиццу, купила роллы, типа магазинные все, и не могли толком нормально встретить пожилых людей.
Дедушке, ты жевать аж нечем было. Я такая, ну, у дедушки тут зубов больше, чем у нас у всех, да? А тогда, может, без зубов я бы... Вождаю. Нет, этот про последний раз. Ой, да у дедушки там зубов больше, самые лучшие крепкие зубы, да? Да, пап? Да у него голливудская улыбка там у него, да? Ну ладно, давайте, приятного аппетита. Вот это мясо, он все прекрасно жует, ест. Металлокерамика, съемный у меня верх. Так что... Это так думается. На самом деле все нормально, все хорошо, да, пап? Все нормально, хорошо. Все, ладно, приятного аппетита. Что хочет, комментирует. Да, да, да. Дураков много на свете. Своим зубам. Да. Ну все. И что ты делаешь? Скажи, пожалуйста. Покажи свою морду. Вы посмотрите на него. Вы посмотрите на него, на этого хулигана. Ему дали. Че, кусок хлеба? Саша? Ой, ты, Господи, будь здоров. Кусок хлеба ему дали, да? Чего? Кусок хлеба ему дали или мясо? Мясо. Он пошел его зарыл. Курицу. Угу. Все, он наелся, можно ему ничего не давать я уже. Я ему сказал уже. Эй, хулиганье. Так у вас есть два кусочка, вот эти два, вот взять. Это один. Так, это второе у нас уже. Заход. Эту курицу ты как раз мариновал, да, сегодня, которую? Угу. Угу. Ой, как мне капусточки вот эти нравятся. Они прям красиво так растут. Смотрите, какие большущие. Вон, моя рука. Капуста какая здоровая. Эй, куда побежал, поросеночек? Не сгорит? Нет. Все под контролем? Ладно, забросни. Вот смотрите, дай вот дали ему опять кусок мяса. Ты его только не зови. Давайте понаблюдаем за ним. Что-то зацепилось. Ага, а мы увидели, куда ты прячешь. Свой кусок мяса, свой кусочек шашлычка. Наполеон, тебя сегодня купать надо будет. Господи, какой ты грязный будешь у нас. Все, зарыл? Молодец. Все. Пойдем. Весной теперь будешь искать, да, его? Или нет? Вот он, собачий инстинкт, да? Приколист. У нас вообще на следующий год вот здесь вот ожидается вот в этом вот этом месте поставить беседку такую со столиком, крытую беседочку. Вернее, как не крытую, она будет открытая, но будет с крышей. Эй, ты куда пошел? Сварную такую должны купить.
заказать, купить, я не знаю. Ладно, пойдемте шашлык есть.